Всем привет, с вами Клир, и сегодня мы поиграем в игру бета-тест. Открытый бета-тест. Игра Kings Hunter. Вот, сейчас посмотрим, что здесь у нас есть. Понятно, так, сейчас пока у меня доступен туториалс, наверное, пока не пройду туториалс, я не смогу в другие поиграть. Понятно, так, коллекции. А тут у нас что? Показаны герои, так я понимаю? Почитайте на паузе, а если хотите поучаствовать в открытом бета-тестировании, заходим, качаем и тестируем игру. Ссылку на игру я оставлю в описании под видео. Вот, вот такие персонажи жесткие, там, тому подобное. Ну, что тут у нас еще есть? Ага, вон что есть. Способности всякие. Arma Fast Play. Ну давай, поиграем в PvE. Так, welcome to Ascent Games Mode. Так, понятно. Ага, старт надо. Все, сейчас мы выберем героя. А что, у нас только один герой? Так я понимаю, ну так как этот туториал, мы выбираем один герой, так. Это у него способности, да? Понятно. Ну давай посмотрим. Что? Preparation phase. Вот, говорит, посмотри на мою рожу. Фейс на мой. Вот, и мы сейчас играем за этого персонажа, героиню. Итак, что у нас тут есть? Это что? Вау. А мы туда пройти... Опа-ропа, чё так пугать-то? А, во. Гурманг. Кеп и олив, груарты. Короче, это наш богатырь. Которого мы, наверное, будем защищать. Актив, инвентарь, кин плюс кей. Ага, то есть на И у нас инвентарь. А, и мы можем... ставить что-то? Нет пока? Пока мы ничего не можем ставить. А это что? А если вот так? Ну, понятно. Давайте провздёхнемся, пока битва не началась. Поглядимся, так сказать. Справа у нас... И мы видим карту, да? Карту. Оп. О! Подожди! Ух ты! А как мне выйти-то? Ребята! Здесь есть ловушки! А ничего не подозревающих игроков заманивают в дырдочку! А как-то можно протиснуться здесь, вылезти? Вот, а товарищи разработчики, друзья, милые граждане, а я могу выйти? Пожалуйста, плиз, ко-ко-ко-ко! Дайте выйти мне, пожалуйста! А как я выйду-то теперь? То есть, получается так, что... Что? Ну, дай! Дайте мне свет! Свет! Воды попить! Нет, ребята, в общем, это ловушка. Опасная текстурная ловушка. И отсюда никак, по-моему, не выбраться. Можно как-то... Реконнект, реструм. Хрен. Ну тогда придется киллс сделать. Сам себе киллс сделаем. Сейчас посмотрим. Надеюсь, мы не в дырке окажемся. Вот, разработчики. Надеюсь, вам уже давно подсказали, зрители. Ой, зрители говорю. Игроки Games. О, видали, здесь на освещение влияет цвет нашей одежды. Вот здесь находится. Опасная ловушка. Вот она. Будьте аккуратнее. Не упади снова. Так, это что у нас? Да. Ага. Так, то есть, а сейчас я могу купить что-нибудь? Я не могу на И нажать? То есть, я один раз могу нажать. Ну, давай. Так, у нас F есть еще что-то. F. Не работает пока. Так, тут у нас ямочка. А есть у нас еще где-нибудь интересные дырочки? Вот тут, например, можно? Как-нибудь можно туда залезть? Ну, могу я туда? Пью. Ну-ка, сейчас. Пью.
Можно туда зайти? А, нет, нельзя. Ух ты. Мочит круто. ВОЗ у нас... ВОЗ, говорю. Вот у нас 37-33 секунды, и мы сейчас начнется битва. Ну, так как это битва ПВЕ, с кем я буду биться? Надеюсь, сам собой. Ух ты. Ух ты, там как красиво, я туда хочу. Мяу. Какой мяу? Ты чё, суперкот, что ли? А, точно, ребята, а мог бы и суперкот так поиграть в такую игру. Если будет возможно... Ого! Вы видели, да? Вот это способности. А способность на Q и на E, и правой кнопкой мыши. Вау! И что делать? Ну, пойдем. Никак, что ли? А, как нам быть? Итак, хорошая работа. Дальше. Вот, ребята. А, нам надо было взять в инвентаре какую-то штучку. Теперь нам надо... Вау! Что это у нас? Сейчас мы глянем быстренько. Это что? А, это вражеское орудие. О, а мы его не можем уничтожить, что ли? Вау. Ну, давайте. Нам надо построить какие-то штуки. А, что тут? Подожди, ты куда так? А, строить. Строить. Не на эту, на F. Ну я F нажимаю. F. А почему не работает-то? Ну, F. Ну вот сейчас заработало. А... И... Так. Как ее ставить? Ну, я думаю, чтобы зеленые полосы загорелись, так? Обычно же так ставится, вот. И... Вот. Так, поставили. Нам надо построить две башни. А мы сделали, да? Молодец. И где вторую башню нам делать? А, вот. Вот здесь вторую башню. А, F. Ну вот, зелененькая. О, это что такое? Во. Или во. Во, во. Вот так, наверное. Так шикарно будет. Да? Сейчас посмотрим. А чё, еще одну могу построить? Я не построил? Ты куда? А, два... Атака, ну... Будет пушка атаковать, как я понял, да? Комбат, интер... Децент... Что это? Подожди, что... Не, подождите. Сейчас, ребят. Скиллс... А так, шуш. Йо. Пара-пам-пам-пам. Армонд. Hello, old friends. Да, ну я понял. Они, короче, меня обучают еще как воевать, что ли? А зачем так жестко-то? Это замедленный процесс. Вот так. Бау. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И где кто? Ох ты, мне 7 хай надо уничтожить. Вот. А, сейчас мы, подожди. Да-да-да-да-да-да-да, нам надо 7 штук уничтожить. О-о-о-о, подожди, подожди.
Во, я сколько вычканул? Двоих. Так, у меня... Ох, вон они. О, ты какой, что тут за хрен-то? Подожди. Вот так вот вам. Пам-пам-пам-пам-пам. Мне надо как-то подлечиться, наверное. Да вы дайте, подождите вы, твари. Вот так вот. Да. О, мне еще двоих осталось. Ребята, сейчас я поведу. Там кто-то мочит. Видали, а? О, у меня там какие-то эти. Вот так вот. Во, я 7 замочил. Так, и дальше что? 60 секунд у меня еще биться. 60 секунд. Давайте. Мы сможем. Подожди. Бейся. Молодец. А, ребята, игрушка прикольная. Главное выжить. Там кто-то горит. Там, чувствую, кто-то горит. О! Вот это да! Вот это была битва. А вы так сможете? Пожалуйста, подскажите. Вот это был туториал. А сейчас... что? А, теперь я нападающий. И играю вот за этого персонажа. Ну давайте попробуем. Не, ну так прикольно, если не считая ловушки... Атакующим. То есть мы будем теперь атаковать. Подожди. Жесткий чувак. Давайте поищем здесь дырочку. Ты там дырочка есть? Здесь мы можем где-нибудь провалиться? Там что за стеной? Мы же как? Мы же бета-тестеры? Открытое бета-тестирование? Missing... Что? Вверх, вниз. Ну, это понятно. Мне надо что сделать? Мне надо найти ямочку какую-нибудь, чтобы... Опа. О, заглянуть. За кулисы? А мне надо найти ямочку. F. Ага, я тоже могу какие-то штуки ставить. Во. Круто. А есть ямочка? Пожалуйста, дайте ямочку какую-нибудь. Почему там есть ямочка, а тут нету? Это что? А. Вау. Я могу вот эту штуку взять? Что это? А как ей взять? F? F не работает. Ну, пока пойдем, пока не началось ничего интересного. Мы сейчас глянем. Дырочку где-нибудь надо нам найти. Может, здесь сломать? Нет? Сейчас найдем, ребята. Должно же с обоих сторон быть. Во, мы что-то взяли. А там еще, может быть, когда нападать, можно где-нибудь найти дырочку. Тебе лишь бы дырочку найти. Ну вы что, ребята, я же так говорю, так, чтобы поиграться, а не такую дырочку. А, вон ты про какую дырочку. Так, а сюда можно? Нет. На F. Во! И что? Мне надо... EQ. Правая кнопка, понятно. А, теперь инвентарь, наверное, вот. Давайте-ка наденем... Сапожки какие-нибудь, мозга там, щит, сердце. А можно как-то? Object F. Ну, я понял, Object F. Мы все правильно делаем, нет? Или нам надо уже идти? Мы можем идти? Нет, идти мы не можем. А вот эту нам как взять? Mouse, hey, Pix. Михаил! А это кто вообще? Какой страшненький-то. Синенький. А, вот эта штука не берется почему-то.
Во! Исчезла. Хорошая работа, мы, короче, что-то сделали, натыкали. А, ну, надеюсь, в игре будет русский язык. Банет, банет, банет. То есть возьми вот этот флаг, походу, он сказал. А как я его возьму-то? И? Иди. Вот. А чё, 15? А, это меня учат сейчас опять? Нет? Вот, ребята, это новая игра, сейчас открытый бета-тест, кому охота побета-тестировать игру, пожалуйста, просим милости. Банет, вот. Ну все, я могу взять? Как его взять-то? А, на F? Вот. Вот, взяли на F. Теперь куда нам идти? А, нам куда-то вот сюда надо. А так стартинг. А, еще рано. 4, 3, 2, 1. Ну, дырку мы не нашли. О! Ого! Так, и... Тауэрс, мисс... Короче, нам надо расхреначить башню. Вот, и как я понял, вот эта пушка двигается, когда мы находимся в этой зеленой точке. А, две Тауэрс нам надо. Ага. И как нам... Подожди, кто там? Это охренел, что ли, а? Мочи, мочи его! А я пока пойду на Тауэрс. Давайте, чуваки, вперед. F. Вот так вот. Давай, 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 давай. Давай, мочи, мочи, мочи. Мочи. Почему? А как они так сделали? Я же сильнее был. Ну ладно. У меня есть 5 секунд. Так, EQ, правая кнопка мыши. F. Вот так. Да-да-да-да-да-да-да. Мочи их. Вот, мне надо две Тауэрс разбомбить. Да-да-да. Вот, вот, да-да. Вот, молодцы. Одну мы разбомбили. Так, а где еще одна? А где ты, тварина, блин? Стой, говна кусок! Мы замочили его? О, какой жесткий чувак был. Так, где вторая? А, вон вторая Тауэрс. Вперед, чуваки, несите, несите. А смотри, я не могу перепрыгнуть лестницу-то. Давай, тащите пушку, пукалку, двигайте, двигайте. Так, вот здесь вот. Давай, давай, давай. Это мне вот этих грызунов надо мочкануть, как я понял. Да-да-да-да-да-да. Ах, сволочи, подожди 20 секунд. Ну ничего, у нас тащат пушку-то. Давайте, давайте, давайте. Мне одна Тауэрс замочить, чтобы... Игра прикольная, а если разобраться, она чем-то на Парагонс похожа, но, по-моему, более интереснее. Где? 2-1. Ну, я опять здесь. Вперед. О, давайте, 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 чуваки, вперед, вперед. Вас сейчас много. Прикрывайте мою жо. О, а тут можно пройти? Кто-то замедление сделал. Вау. Прикиньте. Я потайной ход нашел. А никто не знает. А! Кто, 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 кто? Вон тот гад. Ты тварь, понял? Да как он? Как... А чё он за мной-то ходил? Я не понял. Ребята, тащите пушку, быстрее мочите его. Ну, жесткий чувак, жесткий. А, это, наверное, тем, которым я первый раз играл. Но ничего, мы сейчас замочим все равно же. Мы же где? Какая у нас сейчас идет? У нас есть 10 минут. Сейчас. А вообще матч идет, получается, минут 15, да? О! А там можно зелененькую сферку взять? Сейчас. Вот это. О, можно, ребята. Так, смотрите, сколько много их. Нам вон ту пушку надо размочить. Да ты достал-то за мной бегать, а?
Упырь, блин. Тебе чё-то мне-то надо? Мочите его. Говна кусок, блин. Вот так, 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 так. Так, 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 так. Ага. Да ёпрасоте. Это сложная... как она называется-то? Башня Таурс. Сложнючая. Собака. А может быть не стоит так близко подходить? Вообще нам надо флаг поставить. Как я понял, подавляющую пушку, мы почему-то его не поставили. Или поставили, но не туда. Ну ладно, сейчас разберемся. Пошли ставить пушку. Таурс. Так, давай пойдем по дыму. Тихо. Нас не заметят. Тихо. Где он? Так. Ах ты тварь. Опять он здесь, а? Так, F. Подожди, подожди, я застрял. Подожди, подожди, подожди. Паразиты. Давайте, давайте, ребята. Мы поставили пушку. Вот она. Где она? Вот эту ставь, вот. Давай, давай, давай. Да ты чё, гадина? Ты чего с два удара-то, блин? Я ж почти добил его. Говнюк. Видали, да, я? Мочат, мочат. Давай, 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 давай. Мочите, мочите. А, замочили? Вот, мне надо вампиров посылать сначала. Бей башню, блин! Она меня преследует, я заметил. Давай, давай. Где она? Во, мы уже пушку подогнали. Ребята, давайте, давайте. У нас уже пушка там. А, вот он, флаг. Вот, сюда. Вот сюда ставь флаг, вот. Одна ты тварь! Вот так вот! Вот так вот! Вот так вот! Мочи, мочи! Вот так вот! На ты говна кусок! А, мне надо лечиться! А кто в меня стрельнул-то? Ну мы поставили флаг вроде бы на подавление пушки. Надеюсь так. Но нам ее надо размозжить. Наверное. Ну, так как я очень давно не играл в такие игры, прикольные. Это сложновато, конечно. Но ничего, у меня рыцари затащили. Вот, ребята, прикольная игрушка. Сейчас посмотрим, открылся ли у нас... А, нет, PvP у нас пока не открылось. То есть у нас пока только PvE, и на это, наверное, из-за того, что мы... А что мы сделали? Мы не смогли, а нет. То есть у меня пока только открывается PvE режим, но в дальнейшем будет и PvP режим и тому подобное. Так, а назад? Назад никак. В общем, кому нравятся подобные игры, ссылку на игру я оставлю в описании под этим видео. Обязательно. Скачивайте, заходите, открытое бета-тестирование, находите отверстие в заборе, нет, не в заборе, в каком заборе, в полу, проваливайтесь и сидите там всю битву, и думаете, что вы победили, побеждюли, побеждали. Вот такая прикольная игра, скоро она будет везде, можно будет в нее играть. Так, биллинг, две башни построить, уничтожить врага, вот. Вот такая, короче, прикольная игрушка. Мы уже это проходили. PvP недоступно для нас. Играйте, учитесь, тренируйтесь. И все будет отлично. Вот, и здесь мы... Вот так вот мы гуд, отличная работа. И пошли строиться. Вот там башню построить и провалиться вот сюда. А вот, интересно, что будет, если мы построим башню, смотри. Мы же уже умеем строить башню. А, башня?
Хай построит дефенс две штуки. Две башни построить. Match to F. И убить несколько уродцев. Ну, отлично. Давай. Биллинг Калти Тауэрс. Все ясно? Чё? А, во, еще штучка какая-то. Многие из ребят не попали в ямку. Ну, жаль, конечно, да, я понимаю. А если вот это вот сюда поставим? Вау! Это что такое? Вау, ребята! Крутяк! Вот! Сейчас вторую вот сюда поставим. И прячемся в дырочку. Как я уже и говорил. Так. Что-то она дальнобойная, по-моему, да? Ну пусть будет... Пусть будет... О, ну вот так, наверное. Вот. Hell don't! No! Нет, нет! Нам надо уничтожить врага. Где они? Вот, два плеера. Понятно. Вот такая, ребят, прикольная игра. Остановиться невозможно, нереально. Combat Girl Cats. Ну, понятно. Мы уже умеем. Мы уже профессионально играем. Нас можно и не обучать. Да, я вижу skills. Парам-пам-пам. Hand Amore. Вот, скоро игра будет, я надеюсь, с русским языком, и тогда можно будет поиграть, а, кстати же, можно будет и постримить. Игра, битва длится, как я вижу, минут 12-15. Ну все, я уже научился, все, давай, пошли, пошли, пошли. Вон они идут. Ну все, пойдемте в яму. И смотрим, кто из нас победит. Вот. Ну и что? Что вы сделаете-то? Ха-ха-ха! Мы заныкалены. А интересно, мы сможем так победить? А кто сомневается? Давайте проверяйте. Качайте игру и проверяйте, сможете ли вы так победить. Всем пока! С вами Клеер. Всем пока. Вау. Мы в засаде. А мы можем на лестницу залезть? Нет, не можем. А вылезти тоже не можем? Нет, не можем. Мы можем выглядывать и стрелять так. Пиу. 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 Ха-ха-ха. Всем пока. Да. Дырочка классная. Guardian is under attack.